Слушайте, это ливневка. Но надо восстановить. Владимир Михайлович, свяжитесь сразу с глобами, я так понимаю, это его. Но он лопнул уже весь. Только это ребенок вот, да? Поставьте его только, да. Это аварийные работы. Они должны быть выполнены в течение суток. Сегодня уже они должны быть заменены и восстановлены. Здесь вариантов никаких нету. Работу будем проводить в экстренном порядке. Будем сегодня связываться с РЖД, коллеги уже пошли встречаться. Вот. Будем ставить задачу, для того, чтобы они закрывали проход для жителей на территорию РЖД вдоль путей. Там, безусловно, это очень опасный объект, который может привести к негативным последствиям. Его нужно однозначно закрывать и ограничить проход обычным жителям. Сделано максимум 20-30% от общего объема. Надо продолжать в том же духе. Завтра я еще один обход проведу.